показываем местные лимоны. В общем, то, что я купила, это мелочь пузатая. Вот он лимон. Так, Анечка, чтобы веточку не оторвать. Вот он лимон. Дыня. Это, ну, это грейпфрут. Смотрите, еще и с веточкой. Боже, а я таких не увидела. Я бы такой, ну, правда, он тяжелый, наверное, полкило больше. О, какая, вот это лимон. Он настоящий. Аня, а дай понюхать. Сейчас я сними меня, я понюхаю. Аня, сними, я понюхаю. Но он не лимоном пахнет, слушай. Лимон, лимон. Ну, он лимон, но он пахнет. Знаешь, как пахнет тот цитрусовый, типа грейпфрута, или как помело, вот как помело, да? Помелой пахнет. Похоже, да, на помело, да. Запах как помело. Так он пористый, целлюлитный такой, класс. Прям как мы. Ой, вопрос. Амалфи – это край лимонов. Здесь невероятные, невероятные лимоны. И, в принципе, весь город, он пронизан темой лимонов. А вот так лимоны растут на огромных таких красивых деревьях, на старинных подпорах, напоминают лианы какие-то просто. Очень интересно.